Друзья, давайте на этом видеоролике наберем 50 лайков. Ну а если мы наберем, я буду вам очень сильно благодарен, так как ваша поддержка меня мотивирует снимать новые видеоролики и проводить для вас стримы. Ну все, ребят, не будем медлить, переходим к серии. Погнали! Минуточку внимания, но перед началом данного видеоролика советую подписаться на канал Муфи Майнкрафт. Парень недавно начал только развиваться, но у него уже годное оформление канала. Ну что ж, ребят, давайте ему добьем как можно больше подписчиков. Я уже подписался. Осталось дело за вами. Ну что ж, переходим к серии. Погнали! И всем привет, с вами как всегда я по-прежнему Бластер. Сегодня, ребята, мы поиграем на таком замечательном сервере Vine World. Сегодня будет две каточки. Давайте поддержим меня лайкусиком, подпишитесь на канал и напишите положительный комментарий, так как я для вас старался. Ну что ж, ребят, не будем медлить, а переходим к раунду. Погнали! Йонард, вот раунд начинается, в принципе, давайте сейчас золотаем сундуки и пойдем тащить наших соперников. Ребят, желаю вам приятного просмотра неудачной игры. Кто еще не поставил лайк, поставьте, подпишитесь на канал и напишите положительный комментарий. Так как ваша поддержка, ребята, это для меня важно. Ребят, кстати, давайте поговорим, когда стримы, чё, почему. Стримы будут, в принципе, уже на днях, ребят. Нажмите на колокольчик, так давайте этого парня сольем. Пока что у нас не получается, но да ладно, давайте я продолжу рассказывать тему. Когда стримы будут на днях, в принципе, нажмите на колокольчик, следите за каналом. Так что вот приходите на стримы, будем вас пиарить, оценивать, также отвечать на ваши вопросики. По нам уже сзади стреляют, но давайте все-таки сольем этого парня. Окей, он взорвался. Давайте посмеемся, в чатик напишем. И, в принципе, пойдем уже как-то тащить эту игру. На арене осталось 4 игрока. Давайте сольем вот этого парня, который пытался нас слить в начале. Ребят, РП отдам вам чисто бесплатно, потому что мне ничего для вас не жалко. И, кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам новое обновление Vine World, то, что они перешли на 1.8. Как по мне, ну, мне нормально, потому что у меня стало больше FPS, хотя даже до обновления, когда-то я настройки ставил, у меня было под 300 FPS. Ну да ладно, сейчас у меня при записи 100 плюс FPS, мне нормально. Так, я вижу на середине один чувачок, давайте постараемся что-то поделать, потому что, ребята, выхода у нас нету. Давайте как-то затащим эту карточку. Каждый сам за себя там что-то делает. Так, минус один кто-то сделал. Окей, давайте сейчас постараемся простроиться к этому чуваку, забрать у него лут и также сделать фраг. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы какие вы бы стримы хотели видеть на моем канале. Где мы вас пиарим, или же где мы чисто играем с вами, с подписчиками, отвечаем на вопросы. И многое другое, веселимся, донатики, все, тры-пыры. Ладно, ребят, давайте постараемся затащить эту карточку. На арене осталось 3 игрока. По нам сейчас будет смеда чувак стрелять. Ну да ладно, бластер всегда идет вперед. И мы постараемся как-то слить этого парня, если он еще не слился. Ну, ребят, серьезно, мне нравится обновление Хайпикселя, поэтому поставьте лайкусик. И, в принципе, давайте наберем как можно больше лайков, так как. Ваша поддержка для меня все, ребят, вы уже знаете. Если бы не вы, то у меня трика на канале не было. Так, давайте этого парня сейчас сольем. Какой-то нубас вообще ничего не делая. Окей, на арене осталось 2 игрока, один на один с парнем остались. Давайте сейчас сольем парня и перейдем к концу ролика. Так, давайте пока этот парень лутается, давайте сейчас к нему простроимся, пройдем и сольем его. Так, что этот парень будет делать? Давайте пока оденем лут. Так, он по нам стрелять собирается. Окей, понятно. Давайте сейчас пройдем, убьем его, в принципе. Что он делает? Что-то непонятно. Давайте сейчас как-то затащим. Зачем он раздевается? Окей, давайте его сейчас убьем. Погнали, убьем. А, он у меня в пати, лол, откуда? Все, отлично, ребят, переходим к прощанию. Погнали. Изи каточка. Пью, пау. Ну что ж, народ, а если вам понравился данный видеоролик, советую поставить лайкусик, подписаться на канал и написать положительный комментарий, так как ваша поддержка меня мотивирует снимать новые видеоролики и проводить для вас стримы. Ну что ж, народ, а с вами был Бластер, всем удачи и покедов, друзья, пока-пока!